Всем привет! Все, мои босоножки готовы. Я их закончила вчера. Осталась довольна результатом. Все мне понравилось. Они очень удобно сидят на ноге. Хотя я сделала их заведомо немного узковатыми, чтобы они потом не вытягивались, поскольку предыдущая пара вязаная у меня довольно хорошо вытянулась и свободно сидит на ноге. Поэтому эти я не стала делать свободными, чтобы они потом у меня не хлябали. Очень мне понравилось то, что они у меня практически бесплатные. Здесь у меня использованы остатки пряжи от прежних проектов. Вита Коко, пехорка ажурная, Вита Роуз. Здесь, ну, в общей сложности грамм 40 ушло. Сделала я вот такой здесь цветочек вязаный. Там внутри бусинка. Сзади закрытие пятки я сделала вот таким образом. Завязочками, которые на щиколотке завязываются. Также вот стельки я сделала из сукна от офицерской шинели в два слоя. Очень плотно получилось. Вот эти дырочки, которые находятся на подошве, они не просвечивают. Подошва здесь тоже БУ. В общем, получила из старых босоножек совершенно новые. И нравятся они мне гораздо больше. И я надеюсь, что я тоже кого-то, может быть, вдохновлю на создание вязаной обуви. Поэтому показываю свою пару, которая у меня получилась. Мастер-классов в Ютубе достаточно много, но по какому-то из них, как я поняла, нельзя связать именно на себя. Нужно подстраиваться под себя конкретно, вот, примерять постоянно. И тогда у вас получится, и, может быть, даже не один раз придется перевязывать. Но, как говорится, это того стоит. Поэтому, если вы не попробуете, вы не узнаете, получится у вас или нет. Как эти босоножки смотрятся на мне, есть в группе ВКонтакте в моей, есть во вкладке сообщества в Ютубе, есть в моем Инстаграме. Вот, если не забуду, то все ссылочки оставлю. Ну, так, в принципе, у меня под каждым видео такие ссылочки есть. И если вам интересно, проходите и посмотрите. Там, правда, фотографии без цветочков. Цветочки я вот буквально сделала полчаса назад. Ну и все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале. С вами была Елена и канал «Вяжу с удовольствием». Пока-пока.